Здравствуйте, ребята! Мы сегодня с вами находимся в оранжерее. А вы знаете, что такое оранжерея? Это большая теплица, в которой выращивают много красивых экзотических цветов. И сегодня, посмотрите, какие замечательные герберы. И вот мы с вами сегодня будем делать такие герберы. И они будут совсем как настоящие. Идемте работать! Добрый день, ребята! Мы продолжаем нашу неделю творчества. Вы уже сделали замечательные тюльпаны в технике оригами. Вы провели очень интересный опыт с одуванчиками. Честно, вот я смотрела, и мне очень понравилась эта гирляндочка, которая превратилась в пушистые одуванчики. А сегодня, что же мы будем делать с вами сегодня? И у вас, наверное, возникнет вопрос, зачем у меня на столе лежит и цветная бумага, и ваза? Мы будем делать сегодня цветы в технике бумагопластика. Вам понадобится, вернее, нам понадобится для нашей работы вот такая вот цветная бумага. Цвет бумаги зависит от того, какого цвета вы хотите, чтобы были ваши цветы. И вот посмотрите, что нам с вами нужно будет. Вам нужно будет вырезать вот такой вот круг. Хотя, опять-таки, посмотрите, я взяла вот такой диаметр. От этого зависит величина нашего цветка. Вы можете взять его и больше, можете взять меньше. Все зависит от вашей фантазии. Значит, я взяла вот такой вот цвет. И взяла вот такой диаметр бумаги. Вам обязательно понадобятся ножницы. Но для этого, вернее, сначала мы сложим бумагу так, как нам нужно. Посмотрите, я наш круг вот так вот складываю пополам. Хотя, вы знаете, я забыла очень одну важную деталь. Я забыла надеть очки. Вот, вот теперь мне абсолютно хорошо все видно. Значит, посмотрите, мы взяли круг и вот так вот складываем его пополам. И теперь вот этот уже полукруг мы снова с вами складываем пополам. Это все для того, чтобы немножечко упростить себе задачу, чтобы было удобно. И теперь я беру ножницы. Посмотрите, что я делаю. Вот я надрезаю вот так вот нашу деталь, но не до конца. Видите? И теперь, ну, для удобства я разрезала пополам. А теперь вот так вот, на вот такие вот части. Видите? Но вы обязательно обратите внимание. У меня вот по краю шире. Видите? Моя полосочка. А здесь идет на сужение. И вам обязательно тоже нужно будет так сделать. И вот так. Вот. И вторую половинку также. Если вдруг вы еще, ну, не совсем взрослые, и ножницы вам не разрешают брать, я думаю, что вам с удовольствием помогут наши взрослые. Вот так. Видите, что у меня получилось? А теперь вот из этой детальки мне нужно сделать лепесточки. Значит, я надеюсь, что вам все видно. Видите, нам нужно вот так вот краешки. Сначала одну сторону я сейчас сделаю. Вот чуть-чуть заострить. Или закруглить. Вот так. И вот так. И теперь я просто переворачиваю свою детальку и вот так вот закругляю другую сторону. Да, я забыла вам сказать, что делаем мы с вами сегодня такой замечательный цветок. Называется он гербера.
Я думаю, что вы обязательно, вот кто-то из вас, ну, точно видел, как он выглядит. Знаете, такой, как большая ромашка, и они бывают абсолютно разных цветов. Вот, все, что мы обрезали, я сейчас вот так вот кучечку. Вот, посмотрите, что у нас с вами получилось. Теперь мы с вами разворачиваем нашу деталь. Видите? И у нас получается большой, красивый цветок. Но это абсолютно не то, что мы с вами должны сделать. И теперь нам нужно взять и аккуратненько вот так вот загнуть наши лепесточки. Видите? Это можно делать ножницами. Но ножницами можно немножечко перестараться и оборвать чуть-чуть. Но это не страшно. У нас с вами были уже такие моменты. Ну, в общем-то, это абсолютно не портило наши работы. И вот теперь очень важно, обратите внимание, нам нужно взять и вот так вот разрезать вот с одной стороны, видите, до серединки. Вот, не больше. Сейчас я вот эти лепесточки вот так разрежу. Вот, видите, что у нас с вами получается. И вот теперь нам нужно взять вот так вот с одной стороны аккуратненько. И мы начинаем вот так вот скручивать нашу заготовочку. Вот, и она постепенно превращается в цветок. Вот. Чудесно. Значит, посмотрите, цветок наш, да? Теперь мы его берем вот так вот аккуратно, вот так ручкой и разворачиваем. Видите? Он уже похож на цветочек. Но в каждом цветочке обязательно есть серединочка. А серединка цветочка – это тычинки. И вот у нас для этого есть вот такая желтая полосочка. Нам нужно, ну вот, чтобы было быстрее, мы ее вот так вот сложим пополам. И теперь посмотрите, мы ее нарезаем вот такими тоненькими полосочками, но не до конца. Видите? Разрезайте чуть-чуть больше половинки. И вот теперь нам нужно вот эту полосочку вот так тоненько-тоненько начинать и сворачивать. Вот так. Отлично. Вот такая серединка у нас с вами получается. Видите? Мы ее чуть-чуть вот так расправим. И нам даже не обязательно ее склеивать, потому что мы вот сейчас намазываем клеем вот эту сторону. И берем наш цветок, видите? И вот так вот вставляем прямо в серединочку, аккуратненько, ну так, знаете, с таким небольшим усилием, вот прям туда, вот так вот, в самую серединку. И посмотрите, что мы делаем. Мы нашу серединочку вот так вот немножечко должны распушистить. Вот так. Вот. Пожалуй, цветок у нас готов. Но нам нужен стебелечек. Сейчас я освобожу себе место. И для этого я беру лист вот такой вот зеленой бумаги. Беру вот такую маленькую зубочистку. Но она нам понадобится только в начале. И вот теперь смотрите, что мне нужно сделать. Я просто на зубочистку вот так вот чуть-чуть краешек в самом начале вот так вот заворачиваю. Теперь зубочистку я могу убрать. А вот этот листочек бумаги мне нужно вот так вот аккуратненько, не спеша, свернуть в трубочку, в плотную, хорошую трубочку.
Вот так. И вот когда мы с вами дойдем до кончика, нам нужно намазать клеем вот этот кончик и завернуть до конца. Таким образом мы с вами закрепили нашу трубочку. Вот, замечательно. Отлично. Видите, какой стебелек у нас с вами получился? Он плотный и аккуратненький. И вот теперь нам с вами нужно намазать клеем вот эту часть нашего цветка. Вот так. И аккуратненько, посмотрите, видите, здесь у меня есть дырочка в стебелечке. Нам нужно в эту дырочку аккуратненько вставить наш цветок. Вот так. И тоже с небольшим усилием. Не очень сильно, но все-таки нужно вот так вот вставить цветочек. И вот посмотрите, что у нас с вами должно получиться. Видите? Вот такой замечательный цветок. Я сейчас его отложу в сторону, пусть он немножечко подсохнет. А я немножечко раньше сделала, ребята, вот такие замечательные герберы. Видите? И вот сейчас я поставлю их в вазу. Вот. И мы сделаем чудесный букет. Так. Вот так. Сейчас я поставлю так, чтобы было красиво. Посмотрите. Правда? Они как настоящие наши герберы. Вот. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний наш урок. А неделя творчества продолжается. До встречи!